Что такое? Ваши впечатления от ленивых вареников. Расскажите, пожалуйста. Нравятся ленивые вареники? Но я еще не вкусно делаю, бабушка вкусно делает. Ты жуй, а то ты их глотаешь целиком. Жуй. Вкусные такие, да? Любишь, значит, варенички. Вкусно получается. У бабушки еще вкуснее. Бабушка тебе как приготовит когда-нибудь попозже? Папа вкусно. У папы вкусно? А хочешь, я тебя саму научу готовить? Позже. Позже? Ты хитренькая. Сначала я должна это кушать, а потом, когда я привыкну совсем, надо мне научить готовить. Будешь мужу готовить? Вкусняшки всякие. Мне не надо муж, не нужно. Почему-то тебе муж не нужен. Будешь ему вкусняшки всякие готовить. Аккуратно, с вилочки сейчас капнет уже. Будешь мужа кормить? Да как так-то? Не будет у меня муж. Почему это? А кто ж тебе готовить будет? Что? Кушать. Кто тебе будет готовить кушать, если у тебя мужа не будет? Что-то девушки должны быть. Ну да. Ты будешь готовить мужу, да? Нет, стоп, сметану не есть. Ты хитренькая жулька. Что, понравились варенички? Вкуснотища. Что? Мультик. Пока-пока. Ты будешь мультик смотреть? Смотреть мультик, как кушать. Да. Ну, прощайся тогда. Пока-пока-пока, я уже сказала.